Всем привет, с вами Денисыч, и сейчас я вам покажу каждого щенка по отдельности, чтобы его рассмотрели, там они уже лают, гавкают, а то не, ну кто забронировал щенка, пишет, чтобы я покрупнее их показал, и вот заодно вам покажу и новым хозяевам щенков. Приятного просмотра! Так, вот у нас щенок. Щенок с синей ленточкой. Вот такой вот он большой у нас. Чтобы хорошенько его рассмотрели. Вот такой вот он. Тут определенное расстояние все равно, фокусное. Но все же, вот смотрите. Я думаю, будет хорошо видно щеночек, особенно вот так на свет его. Вот, это синий щеночек. Замолчал сразу. Пугался, боится, наверное. Что такое происходит? Куда меня принесли, да? Ну, такой синенький щеночек. Вот он. Тут у нас кобель. Такой хороший. Да? Такой хороший щенок. Хвостики у них всех купированы. Они все без хвостиков у нас. Да? Хороший щенок. Спокойный. На руки взяли, сразу успокоился, да? Же, сразу успокоился. Так, давайте следующего щенка покажу. Это у нас синий пацан. Так, вот следующий у нас парень. Это парень у нас с зеленой ленточкой. Ленточки надо будет поменять. Так, в принципе, свободно еще, но все равно я буду думать поменять их уже. Да? Вот такой вот парень у нас в профиле. Вот такой вот. Он уже успокоился, когда его на руки взяли. Куда меня принесли? Где я нахожусь? Смотрит в камеру на себя. Будет очень фотогеничен, да? А, вкусненько все они пахнут. Такой парнишка. Вот он. Чучушка. Лапы такие здоровые. Вон, смотрите, какая лапа. Лапа большая какая. Ну, это и месяц. Месяц с нашим щеночком. Ну, такой вот он уже крупненький, большой. Увесистый такой, килограмм 4-5 уже вешает. Надо потом их будет отдельное видео сниму. Каждого взвешу. Взвешиваю, да? Такого парня. Можно зубы посмотреть. Ну-ка, зубки покажи. Вот, смотрите, какие у него зубы. Зубки. Вот. Хороший пацан. Самый крупный наш щенок. Этот после синего. Точнее, он первый, потом синий идет. Потом все остальные там. Но мы их еще и взвешиваем. Посмотрим, сколько они у нас вешают. Давайте следующего щеночка. Вот у нас красный парень. Тут уж смотрите, какой гордый. Плакал, плакал сейчас. Я его взял, он сразу успокоился. Видите, как смотрит. Как серьезно он смотрит. Так, в профиле его вам покажу. О, вытягивает морду свою. Что там такое-то увидел? Что там увидел? Вот такой это. Тоже лапы у всех крупные. Вот очень крупные щеночки. Смотрите, какие лапы. Вот такой вот он. Парнишка. Парнишка? Правильно, парнишка. Все правильно. Ты нюхаешь меня? Меня нюхает. А, вкусно пахнет они. Все вкусно пахнут очень. Там скулит так сильно. Да? Кто там скулит? Вот это красный парень. Красная ленточка. Такой хороший. О, зубки видно. Да? Зубки видно? Пойдем следующего покажем. Так, всех парней я уже показал. Вот у нас пошла девочка. Девочка у нас с розовой ленточкой. Вон, видно, шерсть такая густая. Розовая ленточка. Так вот в профиле ее. Вот такая вот она. Красивая девчонка. Боевая девчоночка у нас. Такие лапки у нее. Зубки, да? Ну-ка, зубки показывай. Давай, давай.
На руки берешь, сразу успокаивается. Вот такой вот у нее хвостик небольшой. Вот такая вот девчонка у нас. Девчонка же у нас. Девчонка. Видите, девочка. Это у нас девочка такая первенькая сейчас. Это розовая. У нас еще есть сиреневая девочка. Сейчас покажу сиреневую девочку. Вот у нас сиреневая девочка, вторая. Вот такая вот она. Хорошенькая тоже. Пушистенькая. Все как медвежата. Кто-то заметил в комментариях то, что ротвейлеры без хвостиков, маленькие щеночки, похожи на медвежат. Это точно. Вот такая вот хорошая. В профиле вот посмотрите на нее. Лапки какие у нее тоже большие. Зубки. Зубки. Зубочки. Все они очень хорошие. Все щенки, кстати, уже забронированы. Так что, кто пишет, мне до сих пор пишут, что типа хочу забронировать щенка. На самом деле, все щенки уже давно уже забронированы. Вот так вот. У них уже есть хозяева свои. Такие вот хорошие у нас щеночки. Так, еще посмотрите. Смотрит куда-то. Интересно все. Да? Вот они, наши медвежата. Ротвейлята. Друзья. Все вот так вот, оп, залезут на эту дощечку и смотрят. Вы же покушали только что, вы чё? Я же вас кормил. Маму ждете? Где мама ваша? Мама на улице бегает где-то, да? Бегает где-то на улице. Ага. Девчонка-то розовенькая. Вот такие у нас ребята. Вот такое вот у нас видео получилось. Надеюсь, оно вам понравилось. Вы, конечно же, поставите большой палец вверх. Подпишитесь на канал Денисыча. Здесь еще будет много видео про щенков, про собак вообще. Так что обязательно подписывайся, если тебе интересна эта тематика. Также хочу порекомендовать мой второй канал. Называется Лев Лайф. Там я снимаю влоги, блоги, рыбалку, охоту. В общем, все самое интересное для вас. Так что обязательно переходите. Канал называется Лев Лайф. Ссылочка в описании. Подписывайтесь и ставим обязательно лайкосики. Ладно, с вами был Денисыч и щенки. Всем удачи и всем пока. Также хочу вам порекомендовать наши кобра-ошейники. Они выполнены в двух цветах. В черном и в оранжевом. Вот такой тут логотип. Это наш собственный бренд. Так что обязательно, если кому интересно, заказывайте. Очень крепкие. Уже собаки у меня ходят целый год, и с ними ничего не случилось. Вот такая тут кобра застежка. Она очень удобно расстегивается. Просто нажимаете на два зажима, и она расстегнулась. Все. Одно движение. Также застегиваете. Просто вставляете, и все. И никуда она уже не денется. Также тут очень большое кольцо, за которое удобно цеплять поводок. И также тут есть вот такая вот удобная ручка, за которую, если что, вы можете придержать собаку, просто взяв ее. Размеры все есть, два цвета, заказывайте. Доставка у нас стоит по России 300 рублей. За рубеж, там, Украина, Белоруссия, Казахстан, в принципе, по всему миру, за границу 600 рублей. Сам ошейник стоит, сейчас у нас акция проходит, вообще ошейники эти стоят 2500 в Америке, представляете? Ну, если в рубли переводить. Мы же их продаем всего лишь за 800 рублей. Так что успевайте приобрести наш ошейник Хундрактор, наш брендовый, еще раз повторяюсь, по очень низкой цене. Всем вопросам пишите мне ВКонтакт или в Директ в Инстаграм. Ссылочки все будут в описании.